Я сейчас работаю, снимаюсь в кино. Проект называется «Только ты». Очень потрясающие люди, хорошая женщина-режиссер. И я с мамой там работаю, у нас там история такая вся нежная. Дальше! Первый в работу. Первый в основной. Где она? Снято. Кино у нас тоже сложно снимается, но проще, чем на льду. Гораздо. Гораздо. Естественно, каждый день у меня занят. Естественно, мы приезжаем сюда ночью. Несмотря на то, что было уже много и сложных дней, даже недель, наверное, да, когда вот действительно и физически были истощены, и творческие, уже были же кризисы, реально, да. Были реальные у всех пары, и у нас тоже. Но мы как-то это все проскочили, и опять сегодня улыбаемся и готовимся к следующему танцу. Мы бодры и веселы. Давай сейчас ревность не включать. Блин, вот будешь знать, как с костылями выходить номерами. Сейчас реально уже. Мы дружно нашли эту музыку Нино Катамадзе из фильма «Домовой». И идея нашего номера – это отношения между мужчиной и женщиной. Теплые, нежные. Гармоничные. Ну, ежедневные такие. Ну, повседневные, ну да, рутинные такой, да, отношения. Почти бытовуха, можно сказать. Mm-hmm. Литовская пара Агния Дитковскита и Повилас Ванагас танцуют под музыку из кинофильма «Домовой». Я всю жизнь мечтал, после того, как впервые увидел «Кетс», чтобы наши актеры умели двигаться, петь и играть. И вот такой хороший пример. Умеют двигаться, играть. Скоро начнут петь хорошо. Не знаю насчет петь, но они же литовцы. Все литовцы хорошо поют. Ну, стильные ребята, молодцы. Не знаю, как там работает наша жюри, но каждый маленький номер – это спектакль, это прожитая жизнь.
кто такой маленький детей? А кто такой маленький детей? Я девушке говорю, не боишься меня. Кто у нас такой маленький детей? Он? Капризный маленький, да? Агния Дитковскіте, Повілас Ванагас, Литва, оценки за технику. 6-0, 6-0, 5-9, 5-8, 6-0. Средний балл 5,94 балла. Оценки за артистизм. 6-0, 6-0, 6-0, 5-9, 6-0. Средний балл 5,98 балла. Общий балл 11,92 балла. Фарух, 5-8 за технику, 5-9 за артистизм. Хотелось бы, хотелось бы заметить, техника и хореография я все-таки ставлю вместе, я не разделяю. Да? Для меня в этом номере эта замечательная пара, одна из самых стильных пар в этой программе, мне показалось, что хореография крайне бедная сегодня. При том, что они исполняли очень хорошо. И достаточно интересное начало было. Поэтому такие низкие оценки для меня. Ингиборга. Это литовская пара, я уверен, ты ее поддержишь. Хотя да? Ты уже ее поддержала. Я поддержала ее, мне кажется, да. Меня танец захватил. Я была поглощена тем, что происходит на площадке. И увлечена. И поэтому поставила такие оценки. Все просто и понятно, Ингиборга. Да. Ну, это прекрасная пара. И все это уже сказали, что я могу добавить. Прекрасно. Вы взяли музыку к кинофильму «Домовой». Вокальная партия в исполнении Нино Катамадзе. Это не самая узнаваемая музыка, не самый известный фильм. Вы все-таки рисковали. Чем руководствовались? Чувствами. Но... Чувствами, да. Дома партнеров обсуждаете? Скажите, пожалуйста, есть такой, ой, моя Агния, она просто, а мой черный шов, и это он не делает. Нет, Павел, скажи честно. Всякое бывает. Мы дома обсуждаем, говорим, Надю надо откормить. Откормили. Говорим, вот ногу она растянула, лечи ей ногу, Петя. Не, ну, конечно, мы дома с женой очень часто обсуждаем своих партнеров, бывают... Скажем, наболевшие вечера, да, когда что-то не получилось, допустим, она у меня мучается много поездками. Я не про тебя говорю, еще про свою жену, которая ездит в Питер тренироваться постоянно. Я ее не вижу, она меня не видит. Так что у нас тема партнеров, тайная тема партнеров дома, она присутствует в нашем застолье. Понятно. Идите, да обсудите своих партнеров. Удачи вам.